Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем God of War Ragnarok. Нам что теперь надо делать? Нам вернуться надо обратно домой? Темные эльфы напали, как вовремя. Мне теперь и с теми, и с теми драться? Им-то не надоело. Блин, они меня бесят, они прыгают постоянно, летают. Они бесят меня, ну правда. Ты хочешь к нему подбежать, ударить его топором по голове? А он этого не хочет, представляешь? Он этого не хочет и улетает. Пусть между собой дерутся. Блин, не попал. Да попади ты в него. Что какая-то война вообще полномасштабная началась. Все летают, все стреляют, все... Все хотят меня убить. Я это понял. Ой-ой-ой, не то! Подождите. Такие заварушки. Жесть. Сюда. Идем, идем. Да идем, идем. Надо. Что взорвется? Что такое? Сзади! Да я понял. Сзади! Не того, конечно. Так, ну-ка, если вот так. Не то. Отлично. Ух ты ж. Впечатляет. Да, где топор? Блин, оказывается, эти штуки вообще очень сильно помогают, да? А я что-то их не использовал. Сюда. Так, подожди, куда? Стой. Наверх. А, это одно и то же. Вот это можно сбить. Ладно, поползли.
Получается, мы не успели выйти в предыдущей серии. И упали куда-то в самый-самый низ, да? Нельзя медлить! Упали в самый-самый низ, и нам теперь далеко и очень долго добираться. Да, блин, не та кнопка. Световая бомба! Устроила что-то, да? О! Сюда! Ну, какое? Блять. Ай. Она получается с одного раза вообще. Надеюсь, не хватило немножечко. Ай. Не то. Вот так. Да хватит. Где топор? Топор, 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 тихо. Ты туда? Ай, блядь. Подойди сюда. Давай, давай, иди, иди. Не жди нас, как говорится. Иди на той стороне, жди. Так, а подожди. Понял. Отец, сюда! Куда? Ага. Не останавливайтесь! Еще один удар. Скажи. Давай, помогай. Ай, не то. Я же вроде бы качал что-то, чтобы у меня... Так. Чтобы у меня сначала как-то замораживаешь, после этого урон больше наносится, если потом огнем бить. Вроде бы да. Это не точно. Это совершенно не точно. Вроде бы да. А я, кстати, все нашел. Ну, по крайней мере, в этом. Тут где-то сундук. Да, и все. Пока что все. Так, куда? Я запутался. Теперь-то мы можем уйти. Еще чуть-чуть. Сюда. Еще чуть-чуть. Блин, а где сундук? Тюр, мы... Прошу, открой врата. Ну ладно. Я не буду сейчас ходить искать.
Да, блин, я постоянно забываю, что делать. Хочешь войны, Атри? Взгляни, что война сделала с равнинами. Я уже по горло этим сыт. Можно уйти, а можно тут погулять. Незачем спешить. Нужно самим взглянуть на эту пустыню. Я понимаю, нельзя доверять пророчеству, но и закрывать глаза на то, что мы видели, неправильно. Мы не закрываем. Поговорим дома. А пока давай поищем того раненого зверя, что ты слышал. Ты... правда? Да. Ладно. Тогда хорошо. Да! Куда идти? Старые добрые... эти штуки. Штуки-крюки. Атрей, уже получается лучше. Быстрее. Вдруг однажды я стану лучше тебя? Если нет, я не справился. Блять, что за этот самолет? Да как тебя подбить-то, а? Короче, где-то тут надо ждать. Сейчас буквально пару раз. Но это самая близкая точка. Блять. Надо ниже и раньше. Ненавижу таких воронов. Которые сидят-то, ладно. Блять. Рано. Все, последняя попытка, если что, я ухожу. Да, блин. Козлин. Привет вам, странники. Атрей слышал крик животного в пустыне. Такую бурю? Ничего себе. Ты же хорошо знаешь Альфхейм, да? Что там может находиться? Нет, прости. Эльфы и я... Короче, нам лучше держаться друг от друга подальше. А ульи... слишком липкие, как по мне. Но удачи вам в поисках. Спасибо. Засуньте в уши тряпки, чтобы песок не забился. Сначала попробуйте, а потом же, говорите. А, точно. Надо прокачать, кстати. Слушай, вот тут, наверное... Да отойди, Атрей, блин. Почти. Я сказал, собью его. Избил. Так, улучшение левиафана. У меня есть все. Как я рад, что этот топор у тебя. Очищу инструменты. Так, это что? Третьего уровня, да? Блин, ну, кстати, лучше гораздо. А, ну это же прилив здоровья у нее. Но у меня хватает кованое железо. Что у меня есть? Давай. Постарайся ее не изгваздать, ладно? Кратос! А, это максимально, да, уже все? Или нет? Да блин, хватит звонить.
А, гномья сталь теперь нужна, да, для четвертого уровня. А сколько тут? Я думал, тут три. В первой части всего три уровня. Носи с гордостью. Ты издеваешься, нет? Телефон. Пожалуй, это лучшее, что я за сегодня сделал. Да, блин. Разожгу печь. Беру. Не ожидал увидеть тебя здесь. Ты ведь не любишь песок. Ой, терпеть не могу. Но Брока выгнали из Альфхейма, так что теперь я буду за вами присматривать. А за что Брока выгнали? Дело в том... не знаю, можно ли... Ну... Вы знаете, что такое сочная нёка? Нет. Ну, благодаря Броку эльфы теперь знают. А что значит сочная... Нет. Видимо, что-то пошлое. Ладно. В смысле пусто? Так, у меня, кстати, щит же там что-то. О. Блять, я испугался. Это что, это повозка моя? Класс. Что это за звери? Гулоны. Они живут в Ванахейме. Откуда они тут взялись? А, ну это как мы вначале, да, катались? Кто-то обучил их тянуть сани. Повезло. А домашние гулоны? Ну и дела. Так, а как слезть? Так, гулоны, отойдите, пожалуйста. Ну, садись. Так, я что-то проехал. Это что такое было? Ну-ка, 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 ну-ка. О, сгусток шлака. Отлично. Есть идеи, где может быть это твое животное? Или будем наслаждаться прогулкой? Я ничего не слышу. Может, найдем пещеру и там сориентируемся? А! Так, ну тут песком засыпано, скорее всего, я не смогу ничего не сделать. Не-не-не, не то. Карта. Вопросики теперь появились. Давай сначала на вопросики сгоняем. Да блин. Не очень удобные. Блин, тут тоже засыпано, да? А что мне с этим делать? Мне кажется, сразу звук сломался. Так, а как? А, вы за мной ездите в любом случае? А, все, я понял. Это мне надо сделать с этой стороны.
Гулончики, ну, пока не гоняйте за мной. Да, блин, попади. Какие-то бочки. Или это не вопросик? А, это не вопросик, что ли? Серьезно? А, бля. Так, где вы? Сани, мои сани. Сани? У нас кот с таким же звуком бегает по линолеуму. Так, подождите, пацаны. Туда не добраться из-за проклятого песка. Да я понял уже. Короче, едем, все по заданию. Я нажал на карту. Уберись, как тебе убрать? Убрать с компаса. А, это отсюда я пришел. Все. Все, идем четко на эту. На миссию. А то тут можно очень долго скитаться. Вон! Вход в пещеру! Там обойти нельзя. Нет, это нам ничего не даст. Пещера простирается под пустыней. Зверь точно там? Да, судя по звуку. Надо идти, мы его найдем. Что это за место? С виду убежище темных эльфов. После запрета появляться в храме их осталось мало. Прекрасно. Так что прекрасного? Сейчас придется их добить, последних, блин. Они же просто так нам не дадут пройти. Больше, чем уверен. Уда. Вообще кто-то пришел, нет? Казалось. Изи. Блин, не попал немножечко. Хватит летать. Там чё кто-то? Да нет. Чё пугаешь-то, сын? Так, мы какого, получается, второго с половиной уровня? 160 того, 160 того, сила 40. Фу!
Банана! Ты где? Нравятся мне эти отражалки. Только быстрее бы они прилетали. Я теперь куда больше знаю о темных эльфах, и жаль, что приходится с ними драться. Они напали на нас. Ну, это их дом. А учитывая, что случилось, когда мы в тот раз были в Альфхейме, можно ли их винить? Это мне пока не надо. Хилка. Так, ну это надо быстро делать. Это, скорее всего, надо будет открыть сначала проход. И все остальные где-нибудь там. Блин, время пролетает. Терпение. Просто невозможно. Добродетель или угроза? Зависит от читателя. Существо, что оно говорит? Не всегда так бывает. Порой звери просто... Я чувствую то же, что и они, понимаешь? А этому существу очень-очень больно. Ясно. Почему спрашиваешь? Просто интересно. Правда? Я умею испытывать интерес. Ладно? Ладно. Так, мне надо было оттуда, да, наверное, это все делать. Походу, да. Хотя, а ну да. Или нет? Тебе тоже не получается. Блин, почему он не может висеть и кинуть топор? Так, а вот сюда можно спуститься вниз? Да? Может отсюда как-то? Блять. Осторожно, сзади! Ай! Да. Точно! Точно кошмар, блин. Этот уродец сейчас взорвется.
Так, а где третий? Ну вот же он. Так, давай посмотрим, насколько долго держит. Не могу. Надо с этой стороны, потому что это все делать. Ладно. Главное, мы открыли путь. Куда-то. Раньше тебе не было интересно, когда я говорил с животными или с зачарованными кольцами, или. Многое изменилось. Помню. Для нас обоих. Зачарованное кольцо. Да, я просто пытаюсь понять, зачем тебе помогать какому-то зверю. Разве ты этого не хочешь? Нет, нет, хочу. Просто странно, что ты тоже этого хочешь. Чуть за место, подожди. Блин, ну я сомневаюсь, что я успею. Хотя... Может, я успею. Я, ну попади. О, успел, смотри. Ладно. Я молодец. Второе. Так, а там некуда больше было идти? А, ну получается, что нет. Да чисто для того, чтобы мы тут... По-другому больше никак не можем пройти. Хорошо, сейчас будет заварушка, мне кажется. Потому что такая вот большая локация. Круглая. КПшка валяется. Так где ты там? Не надо. Блин, там еще кто-то идет. Да, лови. Отлично. Ну. Смотри! Сзади! Берегись! Берегись! Сзади! Очень неплохо! Очень, да. Очень хорошо. Не то. Все? Спасибо. Мы точно поступаем правильно. Если хочешь бросить зверя, мы уйдем. Нет, я не хочу его бросать. Но если придется убивать темных эльфов, чтобы к нему попасть... Знавал я паренька, который до сей поры ради раненого зверя перебил бы армию драугров.
Но это не драугры, нежить. Это эльфы. Просто хочу убедиться, что мы не повторяем своих ошибок. Не лезем куда не стоит. Я уже ни в чем не уверен. Даже мы пока никак. Вот надо снизу отсюда. А нет, это мы отсюда должны сделать, скорее всего, сверху. Нет, а как? А, наверное, все-таки значит снизу. Дайте посмотреть, что там за зверь-то уже. А, все, я понял. Изи. Все, я понял, сверху надо. Вон, смотри, думаю, бомба поможет. Да, да, да. Блин, прикольно. Тут, когда сейчас бежишь, не надо жать на. Просто такое чувство, что все, что мы делаем в Альфхейме, напряжок. Мы здесь, чтобы помочь зверю, которого ты слышал. Я знаю. Обычно это я тащу нас спасать всяких животных. Почему тебе это так важно? Ты о чем-то мне не сказал? Нет. Ладно. О, в нём есть сталь. Это как раз таки для прокачки брони. Парам-парам-пам-пу. Правее! Где? Где кто? Еще что ли кто-то? Сколько вас там? А, езду. Ну, понял. Я там ничего не пропустил с этими барабашками. Там что за сундук, подожди. А как? А туда как?
Иначе все-таки как... Ну нет, никак не получилось. Хотя должно было получиться, да. Ну ладно. Мы должны до конца серии узнать, кого мы там идем спасать. Самая большая хавгуфа из всех, что я видел. Ей не просто это медуза какая-то. Она пытается петь. Это песнь песков. Обычно под землей они так не поют. Из-за этого здесь буря? Да. Судя по тому, сколько материи улья на нее давит, она здесь уже десятки зим. Не бойся, Снедь. Мы тебя вытащим. Что за имя? Зверя, похожего на кальмара, звали закуской. Ух ты! Я оценил твою попытку быть остроумным, братец. Но это просто ужасная игра слов. Мне даже стыдно. Что ж? Да, блин. Всем везет. Почему? Где он проходит криво? Да, вот так. Ага. Ага, вот так. Раз. Так. Это два. Похоже, она может пошевелиться. Но не выбраться. Мы убрали материю улья. Теперь можно выпустить ее снаружи. Зачем ее тут держат? Хавгуфы часто роют нор. Так что я бы не стал всю вину взваливать на темных эльфов. Но она покрыта материей улья. Материя улья не собственность темных эльфов. Как и свет не собственность светлых. Это лишь еще один природный ресурс Альфхейма, который эльфы с давних времен научились использовать. Светлые эльфы пренебрегают ульем, а вот темные эльфы на равнине применяют его себе во благо. Если мы расчистим этот улей, темные эльфы пострадают? Ты хочешь бросить зверя здесь? Нет. Тогда за дело. Бескомпромиссный батя. Ладно, продолжим мы уже в следующей серии. На этом пока заканчиваем. Всем спасибо, ребятушки, за просмотр. Если видосик понравился, поставь лайк, подписывайся, комментируй, все как обычно. В общем, на этом все. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.